Всем привет, с вами я Виолетта, и в этом видео хочу рассказать вам про спиральные раскраски, какие они бывают, какие мне лично нравятся больше, какими материалами я их раскрашиваю и какими не советую раскрашивать. Начнем мы с вообще первого, что вышло, насколько мне известно, это вот были амазоновские вот такие раскрасочки. У меня есть только по полосочкам, да, полосочки у нас тоже в этом видео будут, я их отношу к той же серии, что и спиральки. В этой серии конкретно есть линии, точки, 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 точки и еще вот всякие загогулины. Но на самом деле у, не знаю, это бренд, не бренд, в общем, на Амазоне выходили и спиральные раскраски в том числе. Также их можно было просто распечатать, да и до сих пор их можно просто распечатать на всяких сайтах, где можно сделать свои вот спиральки из там картинок, фотографий и так далее. Вот, ну у меня, в общем, есть раскраска по полосочкам, я про нее немножечко расскажу. Здесь я еще не знала, что надо использовать один цвет. В общем, здесь довольно широкие линии, как вы можете заметить. Поэтому я раскрашивала ее фломастерами. Соответственно, фломастеры полосят, это иногда видно. Вот, но мне очень нравилось, как они скользят по этой бумаге. Она здесь такая полуглянцевая, и очень приятно было ими здесь раскрашивать. Но, конечно, не совсем такие вот результаты, которые мне хотелось видеть, потому что по факту готовой иллюстрации видно только вот через камеру. Вот просто так посмотреть на нее, ну, плохо различимо, что это за животное. В общем, такая раскраска мне не очень понравилась, и я как-то не слишком их раскрашивала. Потом у нас в России уже появилась серия спиральных раскрасочек. Под спиррелакс. Вот эти три вышли. Потом у них еще вышли спиррелакс микс. У меня есть только катамания. Две другие вот эти я покупать не планирую. Ну, посмотрим. Может быть, когда-нибудь еще захочу. Вот, но вообще решила для себя, что мне они не очень нужны. Итак, значит, вот эти книжки, они вообще у нас продавались по 60, по-моему, рублей. И мне кажется, это вообще супер за такую цену. Как раз... В общем, они того стоят, эти раскраски. Значит, так, начнем с достопримечательности, потому что она у меня не закончена. Здесь две готовые работы гелевыми ручками, которые меняют свой цвет в процессе раскрашивания от фирмы Шанс. Вот такие. Но про материалы я немножечко позже расскажу. А здесь в этой серии раскрасок 17 изображений. Они как бы поделены по сложности, но на самом деле я могу сказать, что для меня примерно одинаково времени на них уходит. И я не скажу, что вот конкретно самая первая картинка самая простая, последняя самая сложная. Ну, нет. Не совсем это так. И, значит, вот эти две раскрасочки, они у меня закончены. Причем в животных у меня все картинки раскрашены пастельными матовыми ручками с фикс-прайсом. И панда раскрашена черной гелевой ручкой Берлинга. А вот в множестве образов там разные у меня гелевые ручки. Вот можно понять, что светлые оттенки лучше не использовать в спиральных раскрасках. Лучше брать что-то максимально темное. Не обязательно черное, но чем темнее, тем лучше. Вот здесь у меня металлик от фирмы Urhoft. Такие меняющие цвет ручки. Вот. И также как раз пастельная ручка из фикс-прайса есть. Но в основном здесь металлик ручки. Это просто обычная самая гелевая из фикс-прайса ручка. Не тоненькая, ничего. Ну, просто такого оттенка. Это Берлинга. Это гелевая ручка от фирмы Action. Они у меня высохли, поэтому их в ролике не будет. Но вообще они тоненькие, тоже хорошие, достаточно недорогие. Не знаю, правда, где их сейчас найти, потому что они у меня были очень-очень старые. Это тоже Берлинга. И это Берлинга, металлик, ручка и какие-то вот блестяшки там. Вот. И раскраска Катамания. У меня здесь несколько готовых работ. Вот спиралька. Полосочки. И... еще одни полосочки. Это фикс-прайсовские ручки. Вот, точечки я пока не раскрашиваю, потому что я понимаю, что я с ними залипну.
все про них отзываются не очень лестно, и я думаю, что мне не особо понравится. Вот, почему не хочу покупать две другие раскраски? Потому что собак я не слишком люблю, а вот эти экзотические животные, мне кажется, их, ну, будет скучновато раскрашивать, учитывая, что я только что, вот как бы, совсем недавно закончила раскраску по животным, и там весьма тоже было много и собак, кстати говоря, и экзотических животных. А котиков я очень люблю, поэтому взяла и буду ее заканчивать. Значит, сделаем такой микровывод по этим книжкам. Во-первых, они очень дешевые, вот эти там 120, наверное, рублей стоят, эти до 100 рублей. Ну, видела вот за 80 последний раз их. Что говорит, собственно, о их качестве в том числе. Они разлетаются, я заклеиваю сразу же их, как только я раскрасила картинку, я сразу ее заклеиваю. Вот, но это все равно, видите, не особо помогает. Также бумага здесь совсем-совсем тоненькая, но на нее очень хорошо ложатся гелевые ручки из Fix Price и подобные им. То есть вот у меня есть несколько разных. Точно знаю, в ленте вот такие ручки существуют. Вот такой наборчик из Zaki. Вот там тоже они такие вот из Fix Price, эти же ручки. И от фирмы Hardware есть ручки. Они у меня все тоже здесь. Здесь у меня, правда, отобраны цвета, которые для катамании. То есть это вот пастельные такие оттенки. При этом, ну, чтобы они были видны. То есть здесь нету какого-нибудь желтого, например, или оранжевого. То есть это все такое. То, что будет заметно. Вот. Но по факту все эти ручки одинаковые. То есть они с тоненьким пишущим узлом. И чернила у них вот, ну, прям залиты. То есть вся вот эта паста, она прям внутри корпуса. Вот. Наносятся они очень приятно, мягонько. Самое главное, что они вот такие матовые, очень приятные на ощупь. И не заедающие ручки. Вот. Ну и по стоимости они тоже недорогие. Вот также здесь хорошо себя ведут Орхофт. Но вот эти ручки, я вообще не знаю, где себя плохо ведут. Потому что, ну, они прекрасные, потрясающие. И, как вы можете заметить, это у меня первый набор, вот он все еще никак не закончится. Но тоже вывод немножко позже сделаю. Вот, кстати говоря, таких вот фикс-прайсовских и подобных им ручек хватает где-то на 2,5 спиральки. Или же вот две картинки по полосочкам с небольшим, может быть. Поэтому учитывайте это, пожалуйста. Понимаете, что, скорее всего, на третью спиральку у вас не хватит этой ручки. То есть надо как-то, ну, или рассчитывать, то есть делить как-то иллюстрацию. Я видела вот именно спиральные картинки. Их бывают делят напополам или на какие-то сегменты, секции и так далее. Вот, кстати, напишите, как вы раскрашиваете спиральные раскраски по кругу или такими секциями-сегментами. Потому что я крашу секциями-сегментами, если это обычная ручка. А если это вот такие, которые меняют цвет, то, конечно, мне приходится крутить их вот по спирали, чтобы они закончились, ну вот, чтобы они переходили равномерно. Вот, значит, по этим раскраскам, наверное, все сказала. То есть они весьма неплохие за свои деньги. Вот, то есть если вы хотите купить, попробовать, понравится, не понравится, можете приобрести вот что-то подобное из серии Mix. Вот, попробовать разные техники, посмотреть, что же вам ближе. Ну, как бы 100 рублей, наверное, не так жалко. Вот, единственное, что в таких раскрасках тяжело использовать будет капиллярные ручки, они, скорее всего, будут растекаться и полосить, потому что бумага здесь не очень. И ручки роллера, они здесь будут точно растекаться. Вот, следующая серия раскрасок у нас от бренда Белки. У меня вот три их раскрасочки. Они весьма спорные. То есть цена у них где-то в районе 250 рублей. Они вот на пружиночке такие приятные. А бумага здесь плотная, хорошая. А спиральки здесь меньше. То есть на них уйдет у вас немного времени. Не так много, как на спиральки, например, Flyprint, ну или даже вот те же самые Спирилакс. Но здесь иногда странные иллюстрации. У меня конкретно вот в этих трех раскрасках таких проблем нет, но я видела, что в Шреке картинки, они прям непонятные. То есть вы как бы раскрасили, время потратили, а что у вас там по итогу, как-то не особо четко что-то получилось.
Вот. Также мне не очень нравится, что здесь не подписаны герои. То есть, да, конечно, я смотрела этот сериал, но, честно говоря, я вот не всех помню. И хотелось бы, конечно, чтобы они были подписаны, как у Flyprint. Но ладно. Значит, это у меня раскраска по эйфории. Такие здесь ответы. Причем, кстати говоря, в этой серии раскрасок вот эта иллюстрация первая. А, нет. Почему? А, нет, здесь, видимо, в эйфории, видимо, сделали как надо. Потому что у меня... Вот, в половом воспитании. Может быть, у меня половое воспитание бракованное, конечно. Не знаю. Но у меня здесь вот иллюстрации идут с конца. И плюс еще и здесь вот сделали две одинаковые картинки. Хотя на самом деле они здесь разные. Вот, здесь использовала блестящую ручку. Ну, не очень советую вам использовать блестящие ручки, потому что тяжело красить ими. Они постоянно отблескивают. Из-за этого... Ну, тяжело сосредоточиться. Металлик в этом плане немножечко полегче. Вот. Ну, конечно, проще всего красить матовыми вообще ручками. Вот. Но не на все их хватает, собственно. Такие здесь у меня готовые работки. Здесь вот какие-то пропущенные страницы. В общем, не знаю, какое-то вот спорное какое-то издание. То есть, как будто бы это делали вообще в спешке в огромной. Вот, эйфорию еще не начинала. Надеюсь, что здесь картинки будут хорошие. И Спанч Боб. Вот Спанч Боб мне очень нравится. Я его крашу с конца. Но, то есть у меня последняя иллюстрация, это первая здесь. То есть они тоже вот, получается, первая, вторая, третья и так далее. Вот они вот так идут. Не знаю, вот зачем так делали, ну ладно. Вот, здесь мне очень нравятся картинки. Они... Как повторюсь, маленькие, раскрашиваются быстро, вот, но при этом довольно детализированные. Плюс я вот заметила, что раскраски по мультфильмам раскрашивать намного проще и легче, интереснее. Почему? Потому что можно использовать самые яркие цвета. Мультяшные персонажи, они обычно разных оттенков, то есть, ну вот, не помню, вот этот персонаж, он действительно синий или вот у меня он так... отложился, ну, этот летучий голландец, понятно, что зеленый, и так далее. То есть вы можете немножко хотя бы поиграться просто с цветами, а в раскрасках по сериалам, где люди, там уже сложнее. Там лучше всего использовать какие-то максимально там черный, темно-темно-синий, темно-темно-зеленый, темно-серый и так далее. То есть такие оттенки, ну, чтобы выглядело это все поспокойнее, наверное. Так, еще покажу две раскраски, которые я еще не начинала. Значит, Спанч Боб вот такая спиральная раскраска. Здесь уже другие иллюстрации, их здесь 24, хотя обычно 22 вот в таких раскрасочках, но здесь вот побольше. Картинки здесь другие, стоила раскраска 160 рублей, бумага здесь очень тонкая. То есть я даже не знаю, чем ее раскрашивать, потому что вообще-то я планировала ручками-роллерами, но они здесь протекут. Поэтому я думаю, что, наверное, придется раскрашивать обычными гелевыми ручками. Благо здесь, смотрите, спиральки, они такие толстенькие. То есть вот самые тоненькие моменты, они толще, чем в Spirilux или вот в белках. Или в Flyprint, например. То есть в целом можно такое прокрасить обычной гелевой ручкой, самой обыкновенной. Вот, и раскраска «Клинок, рассекающий демонов». К сожалению, здесь нет фирмы. Вот, такие иллюстрации красивые. Здесь, по-моему, они в разброс идут, вроде бы. Я не уверена. Бумага здесь тоже плотненькая такая, прям. Мне кажется, чуть ли не плотнее, чем у Flyprint. Очень приятная. И детальки здесь тоже такие мелкие. То есть есть прям полосочки, которые вообще не прокрасить. Ну, вот эти вот. Вот, но зато здесь уже видно, что за персонажи. Даже так понятно. Можно выбрать, кого вы хотите пораскрашивать в первую очередь. В этой серии еще есть по аниме «Человек-бензопила». Потом «Гарри Поттер» и «Уэнсдэй», по-моему. То есть что-то такое. Вот, стоят они тоже недорого, в районе 200 рублей.
Вот, мне кажется, за такое хорошее качество это прям прекрасная цена. Так, сейчас сделаем с вами небольшой перерывчик на материалы и потом вернемся к раскраскам, но уже от Flyprint. Значит, гелевые ручки от фирмы Orhoft есть блестящие, но, честно говоря, вот видно, что я их для спиралек не использую, потому что мне, как я уже сказала, не нравится напрягать вот так глаза этими блестками. Максимум черный могу использовать, но и то это не очень часто происходит. Вот, а металлик я использую постоянно. И каждой такой ручки я даже не знаю, сколько спиралек хватит, потому что вот черный я штуки 4 уже раскрасила. Фиолетовый я 3 штуки раскрасила. Синий, по-моему, тоже 3. Вот этой 2. Вот этой 2 зеленые. Ну, то есть видно, в общем, что их хватает надолго. Расход у них вообще какой-то минимальный, поэтому советую безумно. Вот сейчас они в детском мире снова продаются. Я вот купила себе металлик наборчик второй про запас. Вот, но этот пока еще, конечно, буду добивать. А также ручки от фирмы Шанс. У меня есть Маранди Шанс, которые, к сожалению, перестали у меня писать. Ну, такие, я думаю, вы всех знаете. Вот, здесь еще много чернил, но они мне перестали просто в какой-то момент писать, потому что, ну, видимо, засохли, не знаю, что с ними произошло. Вот, эти ручки тут пока пишут. Значит, тоже вот эти все я использовала для одной спиральки, вот эту я использовала для двух спиралек. И, как вы можете понять, здесь на третью еще точно хватит, а то, может, и на четвертую. За, в принципе, стоимость, которую они продаются, мне кажется, тоже хороший расход, очень приятный. Моя любовь – это ручки-роллеры. Единственное, что их можно использовать только там, где плотная бумага, иначе они будут просто растекаться. Они, в принципе, растекаются, а на как бы такой тоненькой бумаге, так тем более. И я их брала Леонардо, вот, но увидела, что они в детском мире, правда, дороже там стоят. На Вайлдберрис тоже есть, от фирмы Дели, очень хорошие ручки. Я прям советую-советую. Зеленую я использовала на двух картинках, и мне кажется, что она как будто бы уже начинает подзасыхать, но я ее так вот поставила, она у меня день постояла и снова стала хорошо писать. Вот единственное, у меня создается впечатление, как будто бы они немножко полосят. Хотя вроде как это, ну, гелевые ручки. Не знаю, гелевые они, не гелевые. Но как будто бы немножко полосят, что довольно странно. Вот. А также у меня есть вот такие ручки. Я их пока еще не пробовала в спиральных раскрасках, но их пробовала Алина. Тоже они такие тоненькие. Она мне их, в общем-то, и подарила. Судя по тому, что она покупала еще потом наборчики себе от этой фирмы других оттенков, они ей очень понравились. Я пока еще не успела просто их опробовать. Вот, но поделюсь, что многим они нравятся. Вот, Алине нравится, по-моему, то ли у Лолы, то ли у Полины, то ли и у Лолы, и у Полины они еще были. В общем, девочки беседы мне тоже время от времени вот что-то такое скидывают. А эта фирма продается в Заке и на Вайлдберрисе тоже есть. Из обычных черных ручек я вот использую Берлинга. Они в Фикспрессе продавались какое-то время. Ну и просто вот их можно где угодно купить. Вот, мне нравится, что они тоже такие тоненькие. Вот, и весьма приятно пишут, раскрашивают, не заедают. Что самое для меня главное, чтобы ручки не заедали. Вот. И еще такой отдельный моментик, это капиллярные ручки. У меня вообще на самом деле их очень много, но для спиралек я вообще использую только вот эти. А вот эти не советую, потому что они слишком светлые, то есть это тяжело раскрашивать. Не очень будет понятно, на самом деле, по итогу. Вот, поэтому лучше использовать темные оттенки. Здесь у меня тоже есть что-нибудь такое, что-то темненькое, но я, опять же, особо не использую, потому что, ну, зачем, если есть вот прям набор, идеально созданный для спиралек, потому что все оттенки темные. 10 штук, которые вот идеально использовать для спиральных раскрасок. Я, по-моему, только одну картинку ими раскрасила, но тоже покажу. В целом, я осталась довольна. Единственное, что по времени такими капиллярными ручками раскрашивать дольше, чем гелевыми, поэтому учитывайте. Вот, ну и наш любимый Flyprint. Не знаю, мне кажется, вообще все, кто с ним сталкивались,
остались довольны, потому что это прекрасное качество, это хорошая цена. Вот, они еще в подарок раньше клали открыточки с Петербургом, сейчас они кладут магнитики, такие деревянные с Петербургом. Ну и сами раскраски, они очень хорошие, детализированные. Значит, стоят в районе там 150-250 рублей. Иногда можно вот как раз за 150 со скидкой взять, потому что путаница на складе и так далее. В общем, например, принцесса Диснея я вот взяла как раз за 150 рублей. Итак, значит, губка Боб. Такие здесь ответы. Полосочные раскраски, они на самом деле намного более детализированные. И у них как будто бы и объем есть, и тени какие-то. Хотя вы просто, да, можете раскрашивать одной ручкой. Хотя я видела девочки, некоторые очень красиво раскрашивают разными цветами, но для меня это уже за гранью отдыха. Значит, принцессы Диснея. Такие здесь принцессы, причем в разных стилях. То есть такой есть прям 3D-шный и вот совсем мультяшный, как Алиса. Унесенные призраками. Это вообще просто прелесть. Все, кто любит данное аниме, это must have. Еще есть по Тоторо, очень прикольная, по Наруто, тоже классная. Вот, но я не смотрела ни Тоторо, ни Наруто, поэтому не буду приобретать. У меня такой принцип, я покупаю спиральные раскраски только по тем вселенным, которые я люблю. Рик и Морти, тоже интересненькая такая раскрасочка. Думаю, пересмотреть надо было. История игрушек. У меня здесь уже есть готовые работы. Значит, это как раз ручка-роллер. Ну, вы видите, что иногда бывает она течет. Причем это даже не то, что я выхожу за границу, это она иногда подтекает. Вот. Но при этом вот на таких детальках она прекрасно себя ведет. Раскрашивается очень здорово. Оранжевая — это тоже ручка-роллер, а коричневая — это капиллярные ручки, вот эти, с Wildberries. И раскраска Air-0, она у меня уже вся потрёпанная, это первая моя полосочная, которая появилась. Я ее вообще заканчиваю сейчас. Вот я еще и на практику носила, поэтому она у меня, в общем, вообще убитая. Итак, вот такой разворотик. Здесь все ручки металлик. Я вот только ими здесь раскрашиваю. Мне как раз интересно, насколько их вообще хватит. Вот синяя ручка Эрхофт на 3 полосочные раскраски. И она еще не закончилась. Вот. Ну, я, по-моему, просто в других раскрасках синий как раз не красила, поэтому хорошо здесь можно отследить этот момент. Такие полосочные у меня раскраски. Огромная коллекция уже. Вот, и спиральные. Значит, по мультикам 2, остальные по фильмам, сериалам. Значит, Gravity Falls. Такой у меня разворот. Это ручки-роллеры. Синяя мне прям очень понравилась, как здесь легла. Так как будто бы объемненько, как будто, не знаю, бархатно. Вот, ну, розовая похуже, потому что здесь очень много было тоненьких моментов, она растекалась. Зверополис у меня не начит. Тоже со скидкой его взяла. Чарли Шоколадная фабрика, мой любимый фильм. Очень рада, что в этом году выходит Вилли Вонка с Тимоти Шаломе. Обожаю и то, и другое, поэтому очень жду. Здесь у меня раскрашен сам Чарли. Это, кстати говоря, тоже ручка-роллер. Да. Wednesday у меня не начато. Я по сериалам, на самом деле, вот как уже сказала, не очень люблю раскрашивать из-за того, что там приходится все делать черным. Чтобы поинтереснее. Ну, как не то, что поинтереснее, чтобы персонажи хорошо были отчетливо видны. Очень странные дела. Это у меня самая первая спиральная раскраска. Я ее в том году раскрашивала летом. Здесь у меня две картиночки черной гелевой ручкой, блестящие. Вот.
Оди и Майк. И Академия Амбрелла. Вот у Flyprint что хорошо, у них все подписано, все понятно, все замечательно, все проработано. В общем, могу посоветовать их раскраски с прям большим-большим удовольствием, потому что они действительно стоят того. Потрясающие книжки. Вообще, в общем, если вы хотите себе купить какую-то качественную раскраску, то советую вот Flyprint, ну или вот эту, если вам подходит по тематике, там просто у них всего 4 книжки. Если вы хотите что-то попробовать, чисто посмотреть, понравится, не понравится, то лучше, конечно, взять что-нибудь подешевле. Ну вот, я советую именно взять микс, чтобы понять, спиральки вам нравятся, или полосочки вам нравятся, или, не знаю, может, кружочки вам нравятся. Вот, но по бумаге, да, то есть, понимаете, что там будет не очень хорошо все. Здесь все замечательно. Начать вообще... Я советую с полосочек. От них не кружится голова, и вообще многим они нравятся больше как раз своей детализированностью, проработанностью, поэтому как будто бы с ними проще. Спиральные раскраски, мне кажется, не для всех, но мне вот, например, очень нравятся они. Вот, ну и вот эти книжки я советую вообще брать только если вы нашли по своему любимому какому-то сериалу. Мне вот, например, с «Элиты» еще очень хочется такую книжечку, потому что, к сожалению, их не вышло у Flyprint. Но, может быть, все еще впереди. У Flyprint я вообще мечтаю о раскраске по «Скуби-Ду». Мне кажется, она была бы просто замечательной, вот, особенно полосочки. Вот. Ну, посмотрим, дождусь, не дождусь. Вот, по материалам, напомню, да, есть вот капиллярные ручки. Это вот то, что я советую. Ручки-роллеры безумно советую, но вот имейте в виду, что лучше их использовать на каких-то широких детальках. Также есть фикс-прайсовские ручки и прочие вот такие похожие, то есть любые, которые вы увидите. Вот. Ну и, конечно, самый главный must-have – это ручки из детского мира. Причем они стоят там 250 рублей, вот поэтому это вообще самая нужная вещь для спиральных раскрасок. Такая у меня была коллекция. Такие у меня были, в общем-то, не знаю, замечания. Такие материалы я использую. Пишите, как относитесь к спиральным раскраскам, как относитесь к точкам, к полосочкам, какой ваш любимый бренд спиральных вот этих раскрасок, какими материалами вы их больше всего любите раскрашивать. Знаю, что многим нравится просто обычный карандаш простой. Вот, ну, я таким не пробовала, ну и, в общем-то, не планирую. Но это было все. С вами была Виолетта. Всех люблю, целую, обнимаю. Пока-пока.